У школьников последние дни каникул, а у полицейских обычные будни. В преддверии 1 сентября стражи порядка тщательно проверили безопасность брянских школ. 1 сентября школьников примут 515 школ и 386 садиков. Поэтому начало учебного года полиция встретила усиленным контролем. Данное мероприятие проводится в преддверии 1 сентября и направлено на проверку обеспечения безопасности детей во время учебного процесса в школе. Хотелось бы отметить, что все проверенные школы максимально стараются обеспечить безопасность своих учеников. Полицейские проверили все здания и прилегающие территории. В последние дни августа все школы дополнительно обследуются с применением служебных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Первые проинспектировали 7-ю гимназию. Администрация гимназии по максимуму старается обезопасить детей, потому что родители приводят детей. Родители забирают детей только во второй половине дня. За все отвечает родная гимназия, за каждого ребенка. Все, что случается, ответственны в любом случае это учителя и администрация. Поэтому за каждым ребенком мы стараемся присматривать. Если что-то не получается, не дай бог что-то случается, то в любом случае любую помощь все мы можем оказать. Все выявленные недостатки и нарушения были направлены в специальные ведомства. А служба вневедомственной охраны предложила департаменту образования установить тревожные кнопки, благо оборудование с использованием GSM-канала стало сейчас максимально доступным. В День знаний для охраны общественного порядка задействуют около 2000 сотрудников полиции. Дополнительно будут привлечены работники частных охранных организаций и представители общественных объединений правоохранительной направленности. Игорь Умаров при содействии пресс-службы управления МВД.